всем привет, привет. Привет с Новокузнецка, Сибирь. Сегодня у нас 25 апреля, 23 год. 13 год хотела сказать. 23 год. Погода у нас, конечно, капец. Утром шел дождь со снегом. Вечером дождь шел долго. Посмотрите, как у нас украсили школу к 9 мая. Молодцы. Слышала такое, что вроде как в этом году праздновать не будут 9 мая. Ну, не знаю, насколько это правда. Дома стоят. Ушинского 7. На улице холодно. Ветер и снег лежит. Сегодня думала, пойду без шапки. Нет. Не стала рисковать. Ладно, без шапки. Я еще и перчатки с собой взяла. О, ладно, сейчас одену перчатки. Так что вот такая вот у нас погода. Шикарная. Сережа на работе. Выехал только. До 5 отработали. Сегодня родительский день. Придем домой, надо свечечку зажечь. Вчера яйца тоже немножечко покрасила свеженьких. Тут тоже убрали плантацию. Молодцы. Там убирают, ветром все разносят. Все пакеты, все бахилы. Пасочку порежем сегодня. Рабочий день у нас у всех. Вечером помянем. Ветрище прям вообще. Смотрите, деревья как шевелятся сильно. Она задувает, да, в телефон. Ну тут ничего, никто ничего не убирал еще. Что как-то так. Носорога, балабука, ворона. О чем я говорила? Бардак вообще капец, бардак. Просто куча снега, видите, лежит. По поводу пасочки говорила. Сережа приедет. Окрошечка есть, голубцы есть, салатик есть. Сейчас сядем, помянем, кого нет с нами. Наверное, сегодня тоже коротенькое видео будет. Иду по тому же маршруту. Сейчас сядем. Что у нас? Кушать ничего готовить не буду. Есть окрошка. Есть голубчики готовенькие. Хотела посмотреть, сколько градусов. 6 градусов плюс. Что-то я сомневаюсь, что 6, но утром, наверное, холодно. И салатики есть. Там еще с дня рождения, ребят, подъедаем. Что как-то много наготовили. Травка, смотрите, уже. Мы в том году, в мае месяце, не знаю, надо видео посмотреть, какого числа,
У нас была жара за тридцатку, так уже май на носу. Мы ездили в Прокопьевск. Как он называется, парк? Зинковского. Парк Зинковского. И была жара у нас. Прям жара. Пекло. У нас летом даже такой погоды всегда бывает. Но тут мы, походу, еще ничего снимать с себя не будем. Ближайшие недельки. Ну, неделю-то точно. Ну, а там видно будет. Ладно, ребят, иду дальше до дома. Небо какое тяжелое. Площадь Маяковского. Солнышко светит, вроде как тепло, пригревает. Тут же ветер дует и все выдувает. Водится. Воды много в речке. Она, походу, опять поднялась чуть-чуть, что ли. Как делали мост, все побросали, так и все стоит. А здесь вот в том году, по-моему, не чистили. Кому интересно, прошлое видео посмотрите. Кого-то играет. Ветер прям, не знаю, думаю, что слышно. Да, поднялась немножко вода. Небо тяжелое. Там тяжелая, тут светленькая красота. А так маршрут один и тот же. Сережа будет выходной через... Он послезавтра. Может быть, там прогуляемся, сходим на тот бережочек. Я не одна в перчатках. Холодно. Все, ребят, теперь уже иду до дома. Ребят, посмотрите, какое небо здесь. И какое небо в нашей стороне. Черное. Чернючее прям. Кошмар. Ребят, я уже дома. Сережа приехал домой. Покушали, поужинали. Решила вам немножечко тут снять видео еще. Да снять. Холодно прям на улице стало. По сравнению со вчерашним днем сегодня холодно. 4 градуса плюс, и сейчас время 8 часов. Кто-то что-то жарит, пекет, запах. Пирожки, наверное. Вроде кучки расходятся, но не знаю. Они сейчас есть, потом нет, и наоборот. Там у нас закат. Уже. Вот там вот. Такая красота.
холодно. Самокат развозят доставки. Мальчишки, тоже холодно зимой на великах. Холодно. Зимой тоже развозили на велосипедах. У нас тут там прям рядышком тут вот самокат. Склад. Ну все, ребят, всем хорошего вечера. Интернет. Сережа жалуется на интернет. У меня что-то даже дома через Wi-Fi что-то прям так плохо. И Wi-Fi плохо, и скажите, что и что-то через симку так плохо загружается видео. Сережа что-то тоже там воюет с интернетом. Что-то нет, не можем. Ну все, ребят. Спасибо, что смотрите нас. Клетюсенькие видосики. Может быть, Сережа выходной будет, да, может, куда-нибудь смотаемся. Не обещаю, не знаю. Посмотрим по обстоятельствам, по погоде. Все, ребят, всем пока-пока.